Итак, сегодня ребята из Options Action покажут нам, как покупать путы, а я попытаюсь перевести это дело. Вы никогда не покупаете машину или дом без страховки, да? То же самое имеет смысл делать, когда вы покупаете акции. Когда вы покупаете пут, а вы защищаете свою акцию от падения. Когда акция падает, стоимость пута вашего растет и, соответственно, компенсирует это падение. Теперь посмотрим на пример. Допустим, вы купили акцию стоимостью $20 и хотите защитить ее. Вы можете поставить стоп на $19, и, соответственно, вы получите этот убыток. Как альтернативу, вы можете купить пут в деньгах, которая вам обойдется $1 со страйком 19. И если цена упадет ниже 19, вы потеряете максимум $1. И в случае, если цена будет расти, когда цена на акцию снова вырастет, то вы воспользуетесь этой ситуацией